В жилом комплексе «Восточное Бутово» проживает более 30 тысяч человек. В микрорайоне функционирует поликлиника, 5 детских садов и одна школа, которая работает с превышением мощности более чем в 2 раза. Детям приходится учиться во вторую смену. Поэтому открытие второго образовательного учреждения станет долгожданным подарком к новому учебному году. Ход строительства школы на 1500 мест в ЖК «Восточное Бутово» проверил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. На данном этапе завершаются отделочные работы в коридорах, рекреациях, спортивном и актовом залах. Просторные и светлые классы с большими окнами уже оснащены всей необходимой мебелью для учебного процесса, главное преимущество которой – парты и стулья с регулируемой высотой. Параллельно приводятся в порядок и прилегающая территория со спортивными объектами. Строительство школы высокой степени готовности. За завершающем этапе идут установочные работы, завершение отделки, благоустройство, последние штрихи, так сказать. В середине августа застройщику будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, и образовательное заведение будет передано в муниципалитет. А 1 сентября школа будет открыта для учащихся.